Всем привет, вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Япония купит остров за 146 миллионов долларов для военных учений США. Для проведения массированных учений палубных самолетов с авианосцев ВМС США Министерство обороны Японии договорилось о покупке за 16 миллиардов йен, что почти эквивалентно 146 миллионам долларов, необитаемого острова Маге в префектуре Кагосима на юго-западе страны. Как сообщает ТАСС, на острове планируется возвести все необходимые для обеспечения маневров объекты и военную инфраструктуру. Создание такого постоянного объекта очень важно с точки зрения обеспечения безопасности. Хотелось бы скорее приступить к его оборудованию, цитирует ТАСС генерального секретаря Кабинета министров Японии. По поступившей информации, договоренность о приобретении острова была достигнута в результате переговоров с частной компанией из Токио, которая владеет этими землями. Дело в том, что учения палубной авиации, в ходе которых экипажи отрабатывают взлеты и посадки на палубу авианосца, сопровождаются повышенным уровнем шума, что вызывает протесты среди местного японского населения. В результате учения были перенесены на остров Ивадзима, однако последний оказался на очень большом удалении от Токио. В связи с этим еще с 2011 года японские военные прорабатывали возможность перенести учения на необитаемый остров Маге, который находится всего в 400 километрах от американской базы Ивакуни. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.